Военная призывная кампания продолжается. В этот раз с областного сборного пункта несколько десятков парней отправились в сухопутные войска Западного военного округа. Один из новобранцев, 19-летний Дмитрий Наумов, пообщался с нашей съемочной группой. Он утверждает, что к службе готов. Молодой человек не связан отношениями, поэтому и меньше переживаний. Также будущий солдат уже готовый специалист. В этом году он выучился на сварщика. В армию Дима идет с позитивным настроем. Однако признается, мамину грусть переносить трудно. Да, она переживает, она там грустит. Но я сказал ей, чтобы она не волновалась особо за меня. Сказал, что у меня все в порядке, все нормально. В этот раз ребят проводили торжественно. Сказали слова напутствия представители духовенства, военные и первые лица области. Также новобранцам раздали экземпляры наказа губернатора. Военная служба – это каждый, это воинский долг каждого гражданина. И я не сомневаюсь в том, что прохождение военной службы это повышает обороноспособность нашего государства. Весенний призыв стартовал 1 апреля, завершится он 15 июля. За время этой кампании служить отправится более 1000 парней. Напомню, в Ульяновской области работают 25 призывных комиссий. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов, Ул Правда ТВ.